Когда-то на улице Карьерная стоял забор. Здесь загорожено было, спокойно можно было ходить гулять. И ничего. Вот так забор доломали в прошлом году, чтобы объезжать здесь заторы на Трубачево. Следом чиновники поставили ограду из песка и блоков. Но водителям некогда стоять в пробке, и они нашли время, чтобы раскопать горку. Ну вот этого обрыва не было. Здесь было все закопано песком. Вот такая цельная горка, да? Да, да, вот полностью она была, эта вот горка. Заодно и бетонный блок отодвинули, чтобы не мешал. Вот посюда вот он стоял. Два блока было. Ну, а потом... вот это вообще не было дороги здесь. Вот. Здесь было нормально, вот так по окна. Здесь машины заезжали. Вот. А сейчас обрыв все. Не было вот здесь. Вот они раскатали и лопатами здесь застревали, и лопатами копали. И теперь тут можно проехать. Правда, не всегда успешно, да и помощь здесь далеко не скорая. Машина скорой помощи около минуты пыхтела на месте. Еще секунд 30 ее пытались вытолкать. Следом водителю пришлось достать лопату и полторы минуты выкапывать карету. И, наконец, спустя еще минуту репку вытянули. Правда, чьей-то бабке за это время могло стать хуже. Выходит, некая иллюзия проезда. Машины здесь часто буксуют, разворачиваются и попутно портят чужое имущество. Ну все, посвернули, все ворота все посвернули. Они у меня закрываются. Видишь, на чем? Это замок выпал. И вот прямо об этот угол, об мой вот забор, сколько вот раз. Вот так вот разворачиваются, прямо вообще бьются. И разворачиваются, и вот так вот едут. Они снизу едут, здесь столпотворение. Они вот так вот и задом сюда пятятся, и всякое разное, чтобы пропустить, чтобы здесь застрял. Вот, я не знаю, здесь я не выйти-то не могу. Улица относительно узкая. В час пик жители Карьерной выходят из дома по стенке. Вот у меня внук, 5 лет ему, он выходит прямо из калитки. И на днях вот машина, вот она ехала прямо вот следы. И чуть не попал под машину. Они это носятся, как угорелые. Жители Карьерной хотят убрать сквозной проезд и оставить лишь один вход на всякий пожарный. Но именно пожарные и запретили им ставить забор. К сожалению, заблокировать мы эту улицу не можем. Увы, тот самый заветный забор поставили застройщики соседней многоэтажки. Дом достроили, и перегородка еще какое-то время хранила уют в частном секторе. Но то было чьей-то ошибкой. Просто строители, застройщики его не убрали. Ну и как бы ситуация, естественно, жителям понравилась, то есть сквозного проезда не было, но тем не менее, как бы предписание Пожнадзора было, необходимо было открывать данную дорогу. Может быть, проведем планировку улицы, дороги там или еще каким-то образом. Забор, к сожалению, никто не даст вернуть, зато могут сделать улицу удобнее, чтобы машины уезжали отсюда быстрее. Будамонхоев, Булат Зандуев, телекомпания АТВ.